Уважаемые коллеги, приглашаю вас 13 октября текущего года на первую всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную амбулаторной неврологии. Мы хорошо представляем, что первичное звено здравоохранения является самым важным в системе оказания помощи больным, поскольку наиболее полно отвечает медицинским потребностям нашего общества. Больные с неврологическими жалобами очень часто на прием участкового терапевта, причем основной контингент из них составляют пациенты пожилого и старческого возраста. При приеме неврологического больного у терапевтов, да и у неврологов, конечно, особенно молодых специалистов, возникают проблемы, связанные с недостаточной осведомленностью в неврологии, слабыми практическими навыками и скринингом неврологическим обследованием больных и недостаточными знаниями по интерпретации результатов функциональных, лучевых и ультразвуковых методов обследования. Нужно сказать, что ученые, занимающиеся исследованиями в области неврологии, зачастую в долгу перед специалистами первичного звена здравоохранения, поскольку мало проводится доказательных исследований, посвященных лечению хронических заболеваний, особенно в пожилом возрасте. Вместе с тем, триаду современной медицины должны составлять не только доказательные исследования, основанные на патогенетическом анализе заболевания, а главное – акцент на пациентоориентированность, на индивидуальные особенности каждого пациента. Предстоящая конференция будет полностью посвящена проблемам диагностики и лечения больных амбулаторной неврологической практики. На ней с участием экспертов, ведущих специалистов страны, будут обсуждаться вопросы постковидных неврологических нарушений, соматоневрологии, нейродегенеративных заболеваний, различных болевых синдромов. Фактически это будет полный анализ основных неврологических заболеваний в амбулаторной практике. Организатором конференции являются Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Всероссийское общество неврологов, Российское научно-практическое общество терапевтов, Первый медицинский канал, являющийся ведущей платформой дистанционного медицинского образования. Оргкомитет надеется, что конференция будет полезна не только неврологам, но и терапевтам, врачам общей практики, врачам других специальностей, работающим в первичном звене здравоохранения. Приглашаю вас на конференцию.